казалось бы, что хорошо видно, не темно, но, ну, чтоб темно. Короче, ну, вы поняли. Ну, короче, вы поняли. У меня мобилка ведь кончится. Мобилка кончится, ну да. Мобилка, да, раз, ну, уже когда кончится мобилка, тогда уже все туда точно выйду. Разрядится мобилка и все. Я, короче, в мобилку. Унитаз на меня подписался, ребята. Боже, наконец-то у меня в подписчиках есть и унитаз. Прекрасно. Ну, так давно я тоже ждала. Унитаз какой-то. У меня даже мой унитаз подписался. Вообще прекрасно. Здравствуйте, поздравствуйте. Много зарядки. Нет, зарядки немного, кстати. Немножко есть. Алматы. А вы? А я из Беларуси, из города Гродно. Спасибо за подписку, ёршик. Непонятно, когда свет будет. Что-то переживаю, что я буду без телефона, без связи. Ну, все, тогда, Валерка, будешь скучать. Я надеюсь, что это ненадолго. Как бы, ну, цивилизация, 21 год, 21 век. Центр города, не думаю, что прямо нас тут отключили на сутки от света. А потом, а если отключат потом, но не включат, я-то спать пойду, ладно, фиг с ним. Картину кто рисовать будет, нужно картину закончить. А я не хочу скучать. Земляк тоже с Алматы, да. Я рисую картинку по номерам. Что там получится. Мы не скучаем. Ребята, как подписываться? Короче, не мазанула там, где надо. Не мазанула там, где надо. Да, вот сейчас без освещения, при дневном освещении, видны косячки, конечно. Я пойду спать, я услышала, понимаю, понятно. Димка, иди отдыхать, хорошо. Я надеюсь, что ты правильно меня услышал. И вот это вот я тебя услышал, это не обидно. То есть ты не обиделся на меня, а правильно меня услышал, правильно меня исправил. Не, все хорошо. С какого города? Кто с какого города? Я с какого города? Я из Гродно. Ты забыл уже, Валерка? Вот видишь, я-то помню, что ты с Минска, даже несмотря на то, что у меня здесь много знакомых, а ты вот меня не можешь его не запомнить. Так. Класс, на тебя молиться буду. Класс, я тебе прекрасно. Теперь я как божество. Я тебе как божество. Прекрасно. Дожилась, я как раз к этому стремилась, моя цель. Просто стать божеством чьим-то в ТикТоке, чтобы на меня молились. Прекрасно. Это меня очень порадовало, что наконец-то я достигла своей цели. Прекрасно. Грегори. Бонжур. Бонжур, манами. А, икона ТикТока, да. Да, икона ТикТока. Я, это я. 100%. Буду я теперь икона ТикТока. Прекрасно. Спасибо. Спасибо, унитаз. Смотрите, я не могу налюбоваться. Ну ты только не влюбляйся, пожалуйста. Мне не надо влюбляться, ребят. Жениха я не ищу, просто ищу собеседника. Приятно поболтать в свободное время.
сказать, чтобы поковыряться в своей башке немножко. Тоже. Как Маль, мне свет отключили. Хорошо, давай, еще сладенько. Сливайся, давай. Заходи потом, когда наполнишься. Заходи. Ой. Заходи, когда будешь наполнен энергией и жаждой общения. Чайки, слышите, как кричат? Послушайте звуки города. Гродно. Чайки кричат. Просто прекрасно. Ах, Одесса, жемчужина моря. Не надо влюбляться. Согласен. Что, с чем ты согласен? С чем ты там согласен? Ты пока еще молодой, но ты же молодой пацан. Уже поздно влюбился, ужас просто. Почему грустим? Почему музыку не слушаем? Акмаль, мне свет отключили, у меня нет света, я без света сижу. Мьюзик. Установили. Влюбился, она сказала, не влюбляйся. На зеркале посмотри. Влюбился. Влюбился. Себя влюбился, не стала влюбиться. Света света кинула меня, поставила под дурного хату, подвела под дурного хату. Она оберегает себя от глупости. Понял? Он от себя любит говорить вещи. Слушай взрослого мужчину. Слушай взрослого мудрого мужчину. Это я про Алису. Если что, если ты не понял. По-моему, речь идет.